Энергия, грация и кипящие эмоции – все это о сальсе. Сегодня призеры международных соревнований по бальным танцам Данила Шляхов и Елизавета Гурьянова показывают, как простые шаги превратить в танец страсти. В регионе стартовал проект «Битва парков Подмосковья». 5 зеленых зон области превратились в настоящие танцплощадки. Среди них и парк имени Льва Толстого в Химках. Люди танцуют. Они могут позаниматься бесплатно с действительно топовыми педагогами. И это, конечно, замечательная возможность поднять себе настроение, получить разностороннее развитие, развлечься, провести активно время и, конечно, приобщиться к такому замечательному спорту. Учат не только сальсе. Здесь ча-ча-ча, вальс, буги-вуги, даже брейк-данс. Среди участников как новички, так и люди с опытом. Ксения Долженко – хореограф в детском саду. Учит своих воспитанников вальсу, в свободное время сама занимается восточными танцами. Танцевальные мастер-классы помогают поддерживать мастерство, потому что, когда занимаешься с детьми, многое теряется. Особенно вот это танец в парах с партнером. Поэтому здесь это большой-большой плюс. Пока только учеба. Потом лучших танцоров соберут в команду из 13 человек. Они представят городской округ Химки 28 сентября в финале «Битвы парков в Подмосковье».